Друзья, я приехал из отдыха наконец. Вот, завтра я приступаю к работе. В общем, все, кто хотел сделать татуировки, пишите, звоните, там, не знаю, телеграмму посылайте. Вот, значит, по поводу того, что я обещал, розыгрыш бесплатной татуировки будет. Будет обязательно. Вот, почему я не сделал, как обещал, не скидывал видосы всяческие веселые, интересные, познавательные из Башкирии, потому что там оказался очень дурной интернет, и на YouTube что-то заливать или вообще куда-то, просто не было желания, потому что это все очень долго происходило бы, вот, так что все видосы будут мною сейчас рассортированы и, значит, соответственно, залиты в сеть, вот. Для поклонников истории и вообще для тех, кто хочет знать, кто мы такие, особенно для тюркоязычных людей, есть, значит, мое посещение, моя экскурсия в мавзолей Карахана. Древнейший мавзолей на территории вообще земли, один из древнейших того периода. Их осталось 10 штук именно таких мавзолеев. Два стоят на территории буквально 10 километров в Чишминском районе. Это вот как раз мавзолей Карахана и мавзолей Хусейн-бека, который лично мне является родственником и, значит, знаменитым мусульманским просветителем древних веков. То есть мусульманам будет интересно посмотреть именно этот видос про посещение мною мавзолея Хусейн-бека, потому что даже сам Тамерлан Тимур, гонясь за нашим ханом Кучумом, по-моему, остановился, увидев этот мавзолей, воздал почести, значит, совершил обряды там какие-то, в общем. Воздал, в общем, чуваку полный респект, то есть он его знал, этого Хусейн-бека, он знал его как великого мусульманского просветителя. Вот, друзья, на этом прерву свою длинную речь, вот, и так уже наговорил слов. В общем, еще раз, не забывайте, инстаграмчик мой, канал на YouTube обязательно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вот. Всем добра, всем тепла и солнца. Пока.